Корея. Взгляд сверху. Пятая серия. Второй по величине корейский город с самым большим портом. Пусан. Город с неповторимым шармом. Городской пейзаж представлен во многих корейских фильмах. Этот город хранит немало интересных историй. Так давайте же побольше узнаем о Пусане. Башня Пусана, 118 метров. В Сеуле есть башня Намсан, а в Пусане — Пусанская башня. Вид сверху на город открывается из обсерватории в парке Юндусан. В ясную погоду хорошо виден остров Темадо. На вершине башни в 2012 году был установлен маяк. Он самый высокий в Южной Корее и служит опознавательным знаком для судов. Под башней расстилается обширное морское пространство. Это место стало местом встреч для семей, которых разлучила Корейская война. Первый и единственный разводной мост в Южной Корее. Первый мост Кореи, соединяющий полуостров и остров. Он поднимается, чтобы пропустить корабль. Рядом с мостом располагается крупнейший рынок в Азии — Чагальчхи. Один из символов Пусана — крупнейший рынок морепродуктов. Если хотите получше узнать Пусан, обязательно загляните в это место. Запах моря и вся эта шумная суматоха рынка непременно принесут вам новые ощущения. Домики на горе располагаются в творческом беспорядке. Это поистине красочная и живая деревня. Действительно отличная идея. Люди надеются оставить позади горькие истории войны. Это одно из самых популярных туристических мест в Пусане. Здесь много предприятий, банков, больниц и академий. Самён — самое оживленное место в городе. Район является важным транспортным узлом, поэтому здесь возникло много предприятий. И район Самён стал бизнес-центром Пусана. Пусанский порт — первый и крупнейший торговый порт Южной Кореи. По данным 2014 года, он является пятым в мире по величине грузооборота. 80% контейнерных грузов проходят через порт Пусана и отправляются по всему миру. Пусанский порт связан с 500 разными портами в 100 разных странах. Это логистический центр Северо-Восточной Азии.
Пусанский международный пассажирский терминал. Этот терминал самый большой в Азии. Он пропускает до 2,8 миллионов пассажиров в год. Также служит морским шлюзом. Чтобы обеспечить безопасный проход для более крупных судов, он построен высоко над океаном, а на гавань открывается красивейший вид. Орюкдо — группа островов, которые можно увидеть при входе в порт из Южной Кореи. В группе 5 островов. Острова называются Орюкдо, потому что можно увидеть 5 или 6 островов в зависимости от хода судна в море. Группа маленьких островов является своеобразным коридором в Пусанский порт. Одним из красивейших островов Орюкдо является скалистый живописный остров под названием Тхэджанде. Из естественной красоты островов можно вечно черпать вдохновение. С 1906 года этот маяк излучал яркий свет для судов. На этой скале даже есть отпечатки лап динозавра. Множество посетителей восхищается удивительно красивой панорамой, которой уже более 120 тысяч лет. Много лет прошло, но мы все еще имеем возможность наслаждаться этой потрясающей красотой. Релиз подготовлен группой Step One в 2017 году. Текст читал Андрей Лазарчук. Работа со звуком и монтаж — Андрей Лазарчук. За перевод спасибо фансаб-группе Seoul Lights. Релиз не предназначен для коммерческого использования.